В эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. 3 мая – день окликания родителей. Чуть позже поделюсь своими знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 13, плюс 20. В городе Ефремове – плюс 12, плюс 24. В Белеве – плюс 14, плюс 21. В Новомосковске – плюс 14, плюс 21. По прогнозам, на 3 мая температура в Туле будет колебаться от 9 до 21 градуса по Цельсию. Ясно. Влажность воздуха составит 46-85%. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 3 мая ожидаются небольшие возмущения. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и отличного настроения. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.